Существует следующая реальность. Сегодня Россия находится в состоянии противостояния Западом. И здесь, в роли главного союзника, она видит Турцию. Поэтому, с точки зрения интересов России, ее отношения с Азербайджаном и Турцией намного важнее. И что бы ни делала Армения, она не сможет заменить эти интересы. Следовательно, наряду с нашей критикой проводимой политики есть реальность, заключающаяся в том, что в связи с сегодняшней геополитической расстановкой сил мы не можем относиться к традиционно воспринимаемому союзнику как к союзнику, вместо которого мы видим новые большие возможности.